вспоминаю сад. Доброго дня. Бог помощь. А скажите, пожалуйста, нашли тех вандалов, которые это сделали? Просто я как раз вот был и заснял это все, но просто не успел выложить. Спасибо, конечно, большое, что вы восстановили. Они, наверное... Ну, очень сильный удар был. Ну, вы видели, ее ж, получается, сорвало с вот этих штырей прямо. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. Вырвано именно со штырей. Ну, мне тоже кажется, потому что, я говорю, был очень сильный удар. Такая же легкая это. Ну, то есть это как бы там разгоняли, что это типа это свадьба была, тут они фотографировались, вешались. Ну, тут очень сильный удар. Ну, я еще раз говорю, тут реально был очень сильный удар. Возможно, с разломом один ногой. Ну, да, я тоже. Как дурачков хватает. Ну, видите, вот вы опять как бы все вернули, так что... Дорогие друзья, порядок восстановлен. Вот, конечно, скульптура пострадала, как вы видите. Лишь вот здесь вот получается как-то не совсем ловко вот эти прутки стоят. Ну, вот она восстановлена. То есть основание залито цементом. То, что вы видели, то, что я снимал телефоном. Ну, вот цемент застынет. И все будет красиво. Свадьбы опять смогут фотографироваться возле этой скульптуры. Так, напоминаю, что по траве ближайшие 3 дня не рекомендуется, потому что ее обработали средством от клещей. Я думаю, вполне возможно, это средство и от людей. Вот, поэтому имейте в виду. Вот, парк выглядит великолепно. Все свежо, прошел дождик ночью. Смотрите, какое небо. Я любви вас не молю, в моем письме упрека нет. Все, до встречи, друзья. Я вас по-прежнему люблю.